бабушки, поехать со мной, согреетесь. Он тут поедет, да. Пойдемте. Да и сам же он разбирается хорошо в машине. Сын это самое, в командировке 4 месяца в Ростове. И вот теперь они своим ходом, он своим ходом. Мам, я заеду, тебя заберу и к нам поедешь. И вот случилось вот такое. И вот сейчас сломал здесь, да? Да, он говорит, не знаю, говорит, не могу понять, в чем, говорит. И вот в поле. Ну, он говорит, генератор. Он говорит, только не дает весь, он весь замерзший. Подошел к ребятам, ребята звонят, говорит, разрешите, говорит, выйдем, окажем помощь.